Просто по времени. Фух. Так что вы против того, чтобы я косплеил? Это было соседи. Ну что, папиросим, 228 папиросим, рассказывай нам про себя, кто ты, помасть. А вы знаете, на самом деле, у меня вообще, в общем, тут подарок от почти подписчика, вот, подарок от почти подписчика, это киндер-сюрприз. Киндер-сюрприз это замечательно, потому что это великолепный нежный шоколад, игрушка внутри. Давайте мы сначала доберемся до игрушки, потому что это очень важно. Да. Бродвей работу отбираешь? Да, я отбираю работу в Бродвей. Конфетки, дрожжешки, куча сладенького. А еда есть? Есть. Хо-хо-хо-хо. Какая тебя интересует? Какая-нибудь мясная еда. Есть мясная еда? Есть кусок мяса, колбаса. Кусок мяса. Колбаса! Хо-хо-хо-хо. Хлеба нету. Хлеба нет, черт возьми. Думаешь, там пазл? Ну ладно, давайте, делаем ваши ставки, что же конкретно у меня там. В яйце. Да, я поняла. Я сделаю себе. Обязательно. Почтенный дождь, великий вождь, великий китайский дракон хочет обратиться к вам с просьбой. Чтобы начать экономические реформы нашей великой нации, нужно много ресурсов. Коммунистическая партия Китая и я хотим попросить вас, как уважаемого человека, о помощи. Можете недорого экспортировать нам свои товары, консервированная рыба. Экспортировать консервированную рыбу. Какой-то ламповый дракон. Какой? Ламповый дракон? Почему дракон? Ты пытаешься пародировать китайцев, но это получается ламповые китайцы. Ламповые китайцы? А я наши такие. Китайцы. Ламповые китайцы. Давайте попробуем. Да, мне просто интересно, что там внутри. Хо-хо-хо. Слушайте, судя по звуку, там не пазло. Хотя, судя по количеству, крабовое в холодильник, конечно. Ребята, кажется, мне попался волк. Или это писец. Ребята, у меня писец. Смотрите, в общем, у нас что-то есть. Давайте мы даже вот так сделаем. Вот здесь видно, да? Что я собираю. Так. Что это? Что это у нас? Что это у нас? Алопис лагопус. Видимо, это и есть писец. Серьезно, это боль, наверное. Алопис лагопис, кто это? Писец! Я была права, ребята, нам попался писец. Смотрите, у нас есть один кусочек писца. Второй кусочек писца. И третий кусочек писца. У нас всего писец состоит из трех кусочков. Тик. Как-то у него еще должна шея крепиться будет. Так. Слышишь, кому-то в детстве подались пустые киндеры. Угу. Катастрофа. Писец в киндере-сюрпризе, что-то как-то странный посыл. Согласна. Это мне намекает, что мне пора наконец уже идти и делать пары, кажется. Так, теперь есть новый житель стрима. Писец. Валера. Писец Валера, хорошо. Писец по имени Валера. На самом деле он миленький. Похож на волка, но все равно он писец. Так, я прошу прощения. Я прошу прощения, диктатор отвлекся на шоколадку. Здесь, кстати, в этой коллекции много всяких зверюшек. Здесь есть медведь, пума, тигр, кабанчик, белый полярный медведь, полярный лось, морж, зайчик, выдра, или это ковер. В общем, выдра, скорее всего, и волк. Но нам попался писец.
Великолепно. Я считаю, что это вин. Пожалуй, станет символом нашего сегодняшнего стрима. Не стрим, а писец, так сказать. Отлично. Все, мы продолжаем, пожалуй, наш стрим. Тем более на сегодня. Да. Потому что я победитель по жизни. Мне даже в киндерах попадается писец. Китай Тропика, братья Нагир. Мы очень благодарны за то, что вы смогли спасти репутацию нашей страны в этом ТП с бракованным буром. Второй такой установки у нас нет, но ближайше просим принять наши извинения за неполадки. И пусть грядущие годы укрепляют отношения между нашими великими странами. Отлично, да. Все нормально, я веду стрим с писцом. Писец у меня на голове. Норм? Оформление. Кто эти люди, почему? Это донатеры. Соответственно, сумма соответствует донату. Только еще 3 нуля. Тебе нравится? Я очень старалась. Нет, слонов вообще нет в коллекции. Видимо, это типа какие-то северные зверюшки. Из Animal Planet. Все дела. Не, если бы там был слон, то было бы пищем в том плане, что ты угадал. А так про писца никто не мог угадать. Скажем так, писец всегда в наших сердцах, но тем не менее. Оу. Cheap Chinese technology instead of our own scientist president. You should rely on our world-renowned scientists instead. I can personally. Так, где мои великолепные очки? Где мои очки? Вон мои великолепные очки. Я должна озвучивать ее в очках. Нет, вот по этих очках. Сейчас прошу прощения. Я была бы больше мужества, если будет там кусочек настоящего слона. Пожалуйста, надо снять это ненадолго. Сейчас я буду повторять. Или надо вот так сказать. Нет, так. Как вы можете полагаться на дешевую китайскую технику, а не на собственных ученых, президенты? Положитесь на наших всемирно известных специалистов. Я могу лично поклясться, что они знают об урении абсолютно все. Постройте Академию наук. Обещаю, я лично прослежу за тем, чтобы наши ученые придумали какое-нибудь гениальное решение. Все, я закончила. Черт. Писец. Типа, писец. Писец. Нет, вернись, писец, где ты? Писец. Писец. Все-таки не умею ее нормально надевать. Беретки. Как-то это вот так, что ли, делается. Да, но. Наверное. А вот писец. Я нашла писца. Можно его посадить обратно мне на голову. Все, писец вместе с нами. Ты хочешь, чтобы этот персонаж появлялся почаще? Академия наук — это наша задача. Забавно у нас миссии, конечно, в этой миссии. Так, нужно образование. Академия наук. Для Академии наук нам нужен... Так, нам нужен колледж. Однозначно нам нужно построить колледж, потому что мы уже достаточно круто, чтобы построить колледж, мать его. Так, потом нам нужен министр образования. Это значит, нам надо построить... Министерство. Да, наконец-то нам надо построить министерство. Более того, для дальнейшего развития нам нужно построить еще и полицейский участок. И, возможно, пожарную часть, потому что у нас в этой миссии достаточно часто случаются пожары.
Все, я думаю, этого более чем достаточно на нынешний момент. РМК, я надеюсь, ты на следующий стрим к нам подвалишь, ты сначала будешь, скажем так, обвинен в новых преступлениях. И сумма. Сумма твоего реварда, то бишь вознаграждение, возрастет. Ну хорошо, я надеюсь. Тебе же понравилось. Может, завтра кто-нибудь еще тот, кто не успел, приедет к нам, придет к нам с самого начала и посмотрит. Это достаточно интересное зрелище, я не буду спорить. Хо-хо-хо. Хо. Почему ничего не происходит? Давайте, ребят, работайте, работайте. Шнелли. У некоторых колумбийских баронов армия больше, чем у нас, коменданты. У некоторых колумбийских баронов армия больше, чем у нашей страны, коменданты. Это неприемлемо. Давайте мы построим еще какое-нибудь жилье, типа простенького домика, чтобы люди наконец переселялись в них, потому что мне надоело то, что у нас необходимо новое строительство. Что это такое? Что тебе попалось? Я не смотрел что-то из третьего Warcraft. А, черт возьми, я думаю, это что-то из третьего Warcraft. Можно и так сказать. Ну, знаете, видимо, я не умею нормально выбирать киндера, потому что знаете, что попалось моему коллеге? Что это вообще такое? Почему? Он какого-то быка, я не знаю. Посмотрите, что попалось ему. Это великолепный какой-то... Какой-то персонаж из Варкрафта, 100%. Ну, правда. Даже то, что я не играла, не дает мне права сомниться, что это как-то так. Он даже бить может, вы просто посмотрите. Пум! И все, и вы в нокауте так. Пум! Что, типа, третий комп там есть? Есть, наверное, третья кунг-фу панда, я не знаю. Видимо, да, есть уже давно. Да, по крайней мере, он чем-то может заниматься, кроме того, как сидеть у меня на шляпе и притворяться песцом. Да, это медведь-друид, точняк. Блин, насчет этого... Лось-гопник. Возможно. Ну это, в общем, кто-то из третьей кунг-фу панды, который я даже не смотрела, поэтому я, честно, не скажу, кто это, потому что понятия не имею. А, в следующем году выйдет. В следующем году выйдет, да. Только? Понятно. И как там будет? Не знаю, третью смотрю. Ну я даже вторую не смотрела, поэтому как бы это не особо интересно мне. Наверное. Или я смотрела вторую. Какой трейлер. Так, давайте, давайте, строите, ребята. Ну что ж вы такие тормознутые? Я прошу прощения, просто мои ребята как-то очень плохо работают. Где ты, президенты? Хочу развлечений. Ей скучно, она хочет развлечений. Так иди улучши что-нибудь. Что ты, женщина? Ты глупая, серьезно. Иди увеличь экспорт говядины. Разговаривать с ними всеми тяжелая работа. Разговаривать с ними всеми тяжелая работа. Ленивая женщина. Господи, ты же трудоголик, по-моему. Строительство, давайте, давайте, строите, строите. Что у нас новенького? Товарищ, у нас есть план. Так, а вот здесь мне нужна другая шахта. Я прошу прощения, сейчас приду. Вот. Ага. Или даже скорее его родители, я не знаю, не уверен. Товарищ, у нас есть план, который ускорит мировую революцию на 37%. Чтобы достичь этой благородной цели, нам нужно от вас небольшое пожертвование. Только подумайте, ваша страна может стать первой, достигшей коммунизма. Дать СССР 5000. Нет, задолбали тянуть из нас деньги.